Химкинская городская прокуратура обнаружила незаконный склад оружия. В ходе проведенной проверки в органах ЗАГС были затребованы сведения об актах гражданского состояния владельцев оружия 40-х, 60-х годов. Установлено, что 6 владельцев оружия скончались годы более назад, однако оружие в установленном законном порядке не было изъято. По данному факту прокуратуры Химок внесено представление в адрес УВД, которое удовлетворили. В настоящий момент оружие из незаконного оборота изъято.